РЖД вредит городской канализации, причем не первый год. К таким выводам пришла Ивановская транспортная прокуратура. Под прицелом надзорного ведомства оказалась дезинфекционно-промывочная станция. В ее задачи входит санитарное обслуживание вагонов и контейнеров. Использованную воду станция должна очистить и слить в городскую канализацию. На деле с 2012 года грязная вода с примесью железа, меди и цинка попадала напрямую в стоки. Необходимое для очистки оборудование давно пришло в негодность, а на новое транспортное монополия не разорилась. Мы вышли в суд с исковым заявлением, и в судебном порядке мы обязали их принять меры для того, чтобы производить очистку этих сточных вод. Вот на это у них полгода для того, чтобы устранить нарушение, потому что, в принципе, нужно проработать либо новую технологию, либо запускать старые очистные сооружения.